Чатам-Бэй. Утро. Наш прогноз оправдался. Ураган прошел по Санта-Лючи и Мартинике. Думаю, что сильных разрушений он там не принес. Не смог разогнаться как следует. И ушел формироваться дальше. Ушел на Пуэрто-Рико. У нас все хорошо. Все лодки на месте, никто никуда не ушел. Так как проходит циклон, лодки развернуло носом на запад, что нетипично для этого времени и этого места. Но волны нету, свела нет, стоим хорошо. Дождавшись улучшения погоды, мы отправились на Гренаду на поиски ботьярда, который сможет принять Элис Кепнер на 2 месяца. Это оказалось непростой задачей. Летом все забито яхтами, пережидающими на берегу сезон ураганов. Не найдя места в нескольких ботьярдах на Гренаде, мы вернулись на остров Кариаку. Это обзор нашей парусной яхты Элис Кепнер. Откуда такое имя? Мы хотели переименовать яхту. У нас даже была бутылка шампанского с новым именем яхты. Были скрипты для обращения к богу моря, к богу ветра с просьбой о переименовании яхты. Но случайно я нашел на лодке пакетик, в котором была кукла и записка на шведском языке. Вот эта вот кукла. В записке было сказано, что это дух Элис Кепнер, что нужно хранить ее. Таким образом, мы не решились переименовать яхту, оставили как есть. Но зато мы имеем очень уникальное имя. Нас это устраивает, и мы не будем переименовывать яхту. Ну что, вперед, пойдемте посмотрим, что у нас есть. Якорное устройство. Мы имеем 2 якоря. Носовой основной CQR или плуг. Весом 20 килограмм. И кормовой нержавеющий брюс весом 15 килограмм. Цепь десятка. 40 метров цепи. Нам этой длины хватает. Никогда не было потребности у нас большей цепи. Также у нас есть якорный канат для наращивания цепи, но мы никогда им не пользовались. То есть всегда 40 метров цепи, десятки нам хватало. Цепь довольно тяжелая, а для такой лодки якорь тоже хорошего веса, хорошо держит. Так что этого достаточно. Сейчас мы стоим на якоре. Якорь у нас под водой. Есть носовая нержавеющая окантовка, которая защищает корпус от царапин при поднятии якоря. Якорь плюс с механизмом отдачи якоря. Мы используем этот якорь для отдачи с кормы, для постановки носом к берегу с растяжкой на якоре, либо в ветреную погоду. Мы ставим его на основной якорь, на основную цепь гуськом, друг за другом. Так они лучше держат. Так, носовой локер. Здесь мы храним газ, летучие, агрессивные жидкости, такие как бензин. Есть полиэфирная смола, которая тоже очень едкая и ядовитая. Нам она нужна для ремонтов. У нас есть несколько квадратных метров стеклоткани. И если у нас будет какое-то повреждение корпуса, либо еще что-то, мы можем сделать ламинированную заплатку. Газ, стандарты. Это баллон шведский.
Здесь заправляют шведские баллоны, так как одинаковая получается резьба. Что у нас еще есть? Есть кемпинг-газ, баллон, провод берегового питания. Ну и, пожалуй, все. Такой у нас локер. Утки, носовые утки. Все очень просто и надежно. Утки расположены на фальшборте. Это очень важно для ног, для пальцев ног, чтобы не ломать пальцы ног. Мачта и стоячий такелаж. Мачта Selden. И имеем спина Kergig для установки паруса бабочкой, для и можем ходить полными курсами. Ванты, диаметр 8. То есть очень толстые ванты, надежные, с большим запасом прочности. Лебедки. Круто фаловая лебедка для рифления. И для установки генвей. Закрутка у нас профурл. Очень надежная, качественно выполненная. Работает тоже, нареканий никаких не было никогда. Талрипы закрыты кожухом для того, чтобы не терли шкот. Вентиляционная головка. Головки Дорадо. Поворотные головки Дорадо. Что помогает вентиляции лодки. Никогда у нас не было ни плесени, ни сырости, если мы оставляли лодку на продолжительное время. Вентиляция выполнена хорошо. На мачте у нас расположен 4-киловаттный HD радар Garmin. Позволяет нам видеть ночью другие суда и препятствия. На ноте мачты у нас расположена GPS-антенна и датчик направления и скорости силы ветра без движущихся частей. Леерные стойки выполнены на фальшборте, то есть они не препятствуют хождению. Установлены они на штырь, а штырь, в свою очередь, вмонтирован в корпус. То есть все очень надежно, ничего не шатается, ничего не разбалтывается. Жесткий спрей-худ. Это стекло. Это открывается, фиксируется. Это пластик. Через стекло прекрасно видно. Здесь, конечно, пластик плохо очень видно. Все выполнено очень добротно и надежно. Бимини. Бимини делали в Риге, делали сами, готовились к походу. Без бимини в южных морях жизни нет, это точно. Это и солнце, это ультрафиолет жесткий, это и дождь. Бимини – вещь необходимая. Газовый гриль «Магма». Ну, что сказать. Тут пока ничего лучше для лодок не придумали. Ветрогенератор Silent Wind 400. Мы его устанавливали на Канарских островах, полностью довольны. Сейчас он заблокирован, а вообще он у нас всегда работает. Дает 10-15 ампер. Бывает, видел 30 ампер, но это очень сильный ветер. У него есть электронные блокировки, в сильный ветер он сам себя блокирует. Также его можно блокировать вручную. Солнечные батареи. Для установки солнечных батарей пришлось переделать кормовой рейлинг. Пришлось нарастить его. Раньше он шел вот до сюда. Теперь он закрывает полностью кокпит. Очень удобно, очень безопасно. Жесткие рейлинги – это вообще отличная вещь, хотя бы частично. Панели крепятся вот таким вот образом, через кронштейн специальный, который позволяет как менять угол, так и убирать их и ставить. Достаточно надежно. На ходу никогда не подводил, никогда самостоятельно они не складывались. Хорошие механизмы делают в Швеции. Кокпит. Мы имеем центральный кокпит. Он достаточно небольшой.
Очень хорошо в нем себя чувствовать на переходах. Сильный ветер в сложных погодных условиях. Даже в кокпите находится 4, внимание, 4 кронштейна для пристегивания страховки. Ручная помпа аварийная. Тиковый столик мы поставили сами, поставили его во время перехода, по-моему, это было в Швеции. Очень просто, кронштейны, крепления, подпорка. Так, вот он в разложенном состоянии, достаточно жесткий. Банка в кокпите, длина 195 сантиметров. Для моего роста 182 это более чем достаточно. Удобно лежать, приятно полежать на воздухе под открытым небом, особенно когда звезды очень яркие. Я часто засыпаю вечером в кокпите, ночью у меня будет дождь, я ухожу вниз. Оригинальный кокпит не покрыт лаком, то есть это вот тик. Мы хотели бы снять этот лак. Мы даже привезли шлифовальную машинку, чтобы это сделать. Снять лак и оставить тиковый, чтобы было вот таким цветом. Это естественный цвет натурального тика. Также у нас есть сертификат Ллойда, под присмотром которого была сделана эта яхта в 1981 году. Это говорит о том, что все узлы и механизмы соответствуют критериям. Приборная панель двигателя, моточасы, температура, предохранитель, индикация заряда аккумуляторов, подогрева свечей, температура воды, давление масла. Навигатор Garmin 7410, в него выводится вся основная информация с радара, с АИСа, карты, маршруты, курсы, все здесь. Автопилот Garmin с приводом класса А на вал пера руля. Хорошая вещь, называют дополнительным членом экипажа. Рундук наш. Пытаюсь добраться до холодильника, до компрессора холодильника, посмотреть, почему он у нас не работает. Плохо морозит. Тут все надо вытаскивать. На ящике у нас лежит спасательный шлот, канистры и куча всякого барахла. А канистры-то сколько? Посмотрим, какой глубины наш ящик. Наши трюмы. Как понять, фреон там есть или вытек? А ты никак не поймешь. Это может быть коррозия. Просто нужно залить и все. Да, нужно залить просто и все. Не, ну как, нужно определить утечку. Сначала, проверить утечку. Это нужно туда что-то впрыснуть, найти специальным прибором, и заварить и потом заново заправить. То есть это дело-то тоже много. На коленке не получится. Не знаю, посмотрим, может быть, его просто чего-то не хватало. Все. Штурманский столик расположен по ходу движения яхты, то есть не боком, не задом, куда идет яхта, лицом вперед. Здесь у нас есть бумажные карты, линейки, циркули и так далее, инструкции, документы. ВЧФ. Это переносная рация. Машинное отделение или скепнер.
свет. Так, что у нас тут есть? Мы тут имеем систему подачи холодной и горячей воды, разводка по яхте с гидроаккумулятором. Тут работает насос, создает давление в сети. Это у нас обогреватель Валос 22 DT на дизельном топливе. Здесь мы его в теплых краях ни разу не включали. Но на Балтике, в Северном море, вообще в Европе очень нас спасал. Работал он часто и постоянно почти. Соли-дизель 55. 52 лошадиные силы. Ватерлок. Гидрозатвор выхлопа. Нержавеющий. Не пластиковый. Делают. Фильтр воды охлаждения первичного контура. Это отбор проб из бака, из самого низа в стакане. То есть можно посмотреть, какого качества топлива находится у нас, что у нас на дне. Тоже удобная штука. Специальный насос одевается сюда, откачивается. Доступ к двигателю осуществляется с нескольких сторон. Это у нас это вот основной люк. Также до генератора можно добраться вот отсюда. И у нас еще есть один люк, который открывает лицевую сторону двигателя. Здесь у нас расположен фильтр центробежный. Вернее, не фильтр, как он называется, отстойник. Ремень, натяжение ремня. И крыльчатка охлаждения двигателей поменял недавно. Топливный бак у нас расположен в киле, что очень удобно, не скрадывает место. Ящички. Инструменты. Ложки-метчики. Инструменты. Здесь у нас также расположен контроллер ветрогенератора. Сейчас на него еще посажены солнечные панели для того, чтобы можно было смотреть силу тока, которую выдают панель. Сейчас панели нам дают 10 ампер. Дальше у нас зарядное устройство стек. Здесь же находятся блоки Garmin, VHF и AIS. AIS 600, активный AIS. Так, пульт управления. Холодильник, нагреватель, навигатор, радар, автопилот. Здесь у нас, смотрим мы, заряд. Здесь у нас расход тока. Сейчас у нас работает стиральная машина, поэтому она подкачивает воду. Таким образом реагирует амперметр. Ходовые огни. Освещение палубы, компас, якорный огонь, АИС, ВЧФ, НМИА, система водоснабжения и помпа откачки воды. Здесь также у нас есть приборы, которые мы видим, и предохранители. Батареи у нас находятся в кормовой каюте под шконкой, под койкой. Расположение батареи выше уровня воды, то есть в случае частичного подтопления энергоснабжение не будет нарушено. Сейчас здесь находятся 4 свинцовые батареи по 75 ампер. Этого, конечно, маловато. Я хотел поставить литий, но до этого тоже пока руки не дошли. Батареи сравнительно новые. Мы их поменяли в Швеции в прошлом году. Система зарядки Stack Duo. Стартерная батарея.
находится под этой койкой. Стартерная батарея варта. Пока нареканий не было никаких. Сколько она служит, не знаю, не могу сказать. Очень удобные открывающиеся окошки в кормовой каюте. Очень хорошо проветривают лодку. Вентилятор, который я поставил. Два режима работы. Это привод на аварийный румпель. То есть, когда у нас будут проблемы с системой управления, этот привод непосредственно идет непосредственно на вал пера руля. И можно поставить аварийный румпель сверху и управлять яхтой румпелем. Шкафчики нежно. Здесь в кают-компании можно организовать еще как минимум 4 спальных места. Диваны раскладываются. Имеют поднимающиеся сверху спинки. Здесь тоже очень большое получается спальное место. Можно включить свет. Вопрос, зачем столько мест, если 8 человек, которые можно разместить на лодке в кокпит, не поместятся. Еще у нас есть, подожди, где-то часть для того, кто хочет спать на верхней полке. Да, пристегивается, крепится, можно сделать вот такую вот люльку для того, чтобы не падать с верхней полки. Может разместиться куча народу. Столик, как видите, может быть полностью сложен. Его можно раскладывать, у него еще два положения. В каком состоянии у нас обычно находится, а это если к вам гости приходят, можно сделать большой стол, на котором всем хватит места. Под сиденьями тоже находятся места для хранения. Не сказать, что они сильно удобные. Вот здесь самая большая емкость у нас хранения. Под паёлами мы ничего не храним, потому что у нас не предусмотрено на лодке. Нашу лодку готовят к подъему. Поднимаем на берег лодку в Кариаку Марину. Они ее поднимают? Пока сейчас стропы натягивают. Такой вот зоопарк. Мы возим с собой. Так, здесь я еще чистил вверху жесткие кораллы. А здесь внизу, смотри, ой, крабики. Реально выросли ракушки. А это что такое? Это глаз, наверное. Ой, фу. Прям ракушки, смотрите на них, посмотрите. Это что такое? Это уже вообще зрелое. Вот она, крыльчатка моя, заросшая. Ой, там крабики живут. А это кто такой?
Ну-ка вылазьте оттуда, тут сдохните. Это борт-ярд. Везде идут работы, все ремонтируют лодки. Часть лодок на хранении, часть лодок на ремонте. Эти блоки – это крепление защиты от урагана. Подъемник 40-тонный. Все работают. Слип. Есть ограниченная глубина, по-моему, 2,3 метра, но на самом деле в отлив здесь гораздо меньше, около 2 метров. Мы несколько раз заходили на эту заправку, и глубины, в общем-то, не очень. Док для динги обязательно. Магазин на втором этаже, офис Марины. Здесь же у нас расположен. Сейчас зайдем за территорию, посмотрим, что там есть. Рыбацкие лодки. Такой вот катерок. Видно, что сделан с любовью. Даже есть ходовые огни. Кирилл Бэй. Очень хорошая, удобная бухта, закрытая, с отличным дном. Ресторан. Для эксминов недорогой ресторан. Ловушки. Миски лобстеров. Рыба заплывает вот сюда и уже выбраться не может. Кориаку. Очень приятный остров. Приятные здесь люди. Это небольшая деревня. Тут, как правило, чем меньше город, тем лучше люди. Так, в таком виде все оставляем. Все поставили осушители такого плана, гранулят. Месяца на два их хватает. Что у нас есть? Все, пока.
заблокировали вентилятор, привязали панели. Остальное, все, что снимается, все сняли. Разоружили. Все веревки убрали в мачту. Чисто, поснимали все лишнее, что может быть сопротивление ветров. Все. Ну ладно, пока-пока. Мы вернемся. Не скучайте нас.